Тот, кого так долго ждали, Тони. Повторим? Нет, я пас. Мне надо идти. Доброй ночи, Джим. Какую же прекрасную песню спела Лесли. Похлопаем ей. И теперь Брайан исполнит песню «Слэйджхаммер». Это было изумительно, любимая. Доброе утро, мэм. Доброе утро, Жак. Доброе оно или нет, это предстоит еще выяснить. Вызов поступил около часа назад. Один из прохожих нашел тело около памятника. И что же один из прохожих делал здесь в 5 утра? Он работал в ночную смену в пекарне около дороги. Проходил мимо по пути, понятненько. Мы знаем его имя? Если верить его водительским правам, Джим Тулман. Родился в 59-м, живет в Саут-Шилсе. Как он умер? Судя по тому, что я вижу, кто-то избил его до смерти. Малькольм, что у нас здесь? Ну, это продолжительное жестокое нападение. Откуда нам знать, что он просто не упал с этих ступенек? На голове и теле есть следы побоев. Смертельный удар, вероятно, вот этот, в затылок. Ты вчера вечером пил виски? К сожалению, нет. Это пахнет одеждой жертвы. Мы нашли орудие убийства? Пока нет. Что нам искать? Ну, если бы мне пришлось самому искать, я бы искал что-то одновременное и тяжелое, и тупое. Хорошо, спасибо. Он умер здесь или его подбросили? Я бы сказал, что он умер здесь. Он крепкий на вид мужчина. Выглядит здоровым для своего возраста. Я имею в виду, что его было трудно одолеть.
Ну, может быть, нападавших было несколько. Или он был застигнут врасплох. Есть защитные раны? Ничего такого, что я мог бы увидеть. Значит, он не сопротивлялся. Кажется, нет. Получается, ты просто сидел и не сопротивлялся, верно, дорогой? Время смерти. Все произошло совсем недавно. Я бы сказал, что где-то в течение последних 6 часов. Кенни, это тот, кто нашел тело? Да, он наткнулся на него около 5. Видел ли он кого-нибудь еще поблизости? Нет. Но тогда было еще рано. Верно. Итак, доставьте его в участок, пусть сделает официальное заявление. И проследи, чтобы он получил чашку чая. Будет сделано. Мы начали собирать записи камер видеонаблюдения с главной дороги и есть постовой, чтобы опросить местных жителей. Хорошо. Почему именно здесь? Имею в виду, случайно сюда не забредешь, верно? Он с кем-то встречался. Что ж, интересно, он выбрал время для встречи. Есть у него родственники? Судя по реестру избирателей, с ним жил его сын Джон Пол Тулман. Хорошо, пойдем. Мы ищем Джона Пола Тулмана. Старший детектив-инспектор Вера Стэнхоуп. А это детектив-сержант Хилли. Нам действительно нужно поговорить с ним, дорогая. Джон Пол? Что происходит? Это полиция. Что случилось? Будет лучше, если мы войдем внутрь, дорогой. Нет. Так тоже сойдет. Нелегко об этом сказать. Но, боюсь, мы нашли тело, сэр. И полагаем, что это ваш отец. Мне очень жаль. Мы полагаем, что ваш отец стал жертвой нападения. Мы нашли его тело около памятника Коллингвуду. Что он там делал? Это нам и предстоит узнать. У него были знакомые в том районе? Нет. Когда вы видели его в последний раз? Прошлым вечером, около 7 часов, как раз перед тем, как он пошел в клуб. Общественный клуб в конце улицы, куда Джим ходил каждое воскресенье. И где вы были двое прошлой ночью? Джон Пол был здесь, я осталась ночевать у своей сестры в Марстенде. Вы были здесь всю ночь? Да, всю. Разве обычно вы не ждали возвращения домой своего отца? После клуба он иногда заглядывал к Клейтонам на рюмочку. Это его друзья, Клейтоны. Гарри и Лесли. Да, они давно знакомы. А ваша мама? Она рядом? Нет. Где она? Не знаю, знать не хочу. Это фургон вашего отца припаркован перед домом. Я заметила, что у него разбито лобовое стекло. Он что, попал в аварию? Папа сказал, что это сделал один клиент, с которым он поссорился. Но мы подумали, что это как-то связано с судебным делом. Каким еще делом? Какому-то парню предъявили обвинение в нападении. Мой отец видел, как это произошло. Он должен был давать показания против него этим утром. В каком суде? Нортумберлендский суд. Кто прокурор? Аля Капур. Старший детектив-инспектор Стэнхоуп, не знала, что это дело вас касается. Не касается, любовь моя, не напрямую, ты не мог бы извинить нас. Мы здесь по поводу вашего свидетеля Джима Тулмана. Скажите мне, что знаете, где он? Но он уже на полпути в морг, милая. Догадываюсь, что это была неестественная смерть. Нет, его избили до полусмерти. Насколько хорошо вы его знали? Я его не знала.
Несколько недель назад у нас была встреча, чтобы обсудить его показания. Черт. И он был надежным свидетелем. Спокойным, надежным. И что самое лучшее, готовым опознать Маркуса Хайнда. Что за история с Хайндом? Он напал на парня по имени Виктор Самаси, тот пал в кому. Значит, можно с уверенностью сказать, что он жестокий. Боже. Вы думаете, что его смерть связана с этим делом? Можно спросить тебя, почему это случилось именно сейчас? Моника очень нервничает. Нет, не надо меня успокаивать. Почему мы еще не начали? Есть проблема с свидетелем. В чем проблема? С мистером Тулманом, дорогая. Боюсь, он мертв. Хорошо, и что вы собираетесь делать? Мы с братом ждали этого 7 месяцев, поэтому я хочу знать, когда он может рассчитывать на какое-то правосудие. Я собираюсь попросить судью дать мне больше времени для подготовки новой стратегии. Я же говорил тебе, как это произойдет. Моника, вам надо проявить терпение. Прошу прощения. Все в порядке, это нормально. Это Эван Вебстер. Он работает в благотворительной организации, представляющей интересы жертв. Старший детектив-инспектор Стэнхоуп, детектив-сержант Хилли. Где Маркус Хайнд? Маркус Хайнд? Мы из полиции. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов о Джимми Тулмане. Маркус, что здесь происходит? Это полиция, мама. Они хотят задать несколько вопросов. Каких? Как вас зовут, дорогая? Андреа. Это Патрик, его брат. Что ж, Андреа, мы расследуем убийство Джима Тулмана. Подождите, это тот самый свидетель? Почему вы разговариваете с Маркусом? Ну, как я понимаю, мистер Тулман должен был давать показания против вашего сына в суде сегодня утром. Вы действительно неподражаемые. Слушайте, мне жаль, что этот парень Тулман мертв, но это касается его показаний, это все ложь, Маркус невиновен. А теперь, если вы не возражаете, ему пора на тренировку. Прежде чем вы уйдете, один вопрос. Где вы были прошлой ночью? Дома. Все. А вы симпатичная пара. Хотите, чтобы я их проверил? Да. И начни с умника брата. Джеймс Тулман отзывался на Джима 60 лет. Он был найден забитым до смерти у подножья памятника Коллингвуду сегодня рано утром. Итак, мы еще не получили отчет Малькольма, но можно с уверенностью сказать, это было необычное жестокое нападение. Кенни, что у нас есть на Тулмана? В данный момент почти ничего, судимости нет, никаких долгов. Работал строителем на себя. Какие-нибудь проблемы с клиентами? Мы это проверяем им. Хорошо, как насчет жены? Ее зовут Барбара Тулман. Они расстались около 2 лет назад. Мы пытаемся найти ее адрес. Найдите и побыстрее. Итак, сын Джон Пол говорит, что его отец был завсегдатаем в общественном клубе на Тринг-стрит, и он отправился туда вчера вечером в 6:45. Я поговорила с персоналом клуба, они подтвердили, что Тулман прибыл в 7 и ушел около 9:30. А как насчет его друзей, Гарри и Лесли Клейтон? Они оба говорят, что Тулман ушел из клуба пораньше. Сказал, у него завтра очень тяжелый день, ему нужно было вернуться домой. Мне нужно было с ними поговорить. Он говорит им, что идет домой. Это не более чем в 200 ярдах вниз по дороге. Но вместо этого он оказывается в Тайнмуте. Итак, как он туда попал? Не пешком он был с кем-то? Его подвезли, если да, то кто? Если он был один, то, скорее всего, он добрался туда на пароме. Жак, ты это проверишь? Мы ведем переговоры с паромной компанией, чтобы получить их записи видеонаблюдения. Хорошо, но важный вопрос вот какой. Почему он оказался в Тайнмуте? Так вот, его сын твердо убежден в том, что его отец никого не знал по ту сторону, но нам надо это проверить. А как насчет причины убийства? Это тоже хороший вопрос, Марк. Мы не можем исключить, что это было случайное нападение. Но он должен был дать показания против некого Маркуса Хайнда в суде сегодня утром. И если мы не сочтем это подозрительным, тогда нам не следует заниматься этой работой. Я поговорю с прокуратурой сегодня, чтобы узнать подробности дела. Но тем временем давайте проверим этого Маркуса Хайнда и его семью. Может быть, это они стоят за всем этим? И да, Джон Пол сказал, что лобовое стекло машины его отца недавно было разбито, и он подумал, что это может иметь какое-то отношение к делу. Эйден, что мы знаем о лобовом стекле?
Он запросил возмещение ущерба, нанесенного лобовому стеклу. Мне обещали позвонить из страховой компании. Мэм. Малькольм уже готов встретиться с вами. Значит, ты уже все сделал? Вскрытие закончено. Вам придется подождать результатов анализов. Итак, он умер от кровоизлияния в мозг, вызванного ударом по затылку. Мы также нашли в ране что-то похожее на щепки. Тяжелое, тупое и деревянное. Правильно, мы отправили осколки на анализ. Посмотрим, смогут ли они опознать дерево. А пока взгляните на это. Это застряло в горле вашей жертвы. Смотрите, это поместили туда, после его смерти. Что, кто-то положил его туда? Боже мой, вы быстро сообразили. Это его кольцо. Сомневаюсь, на его пальцах нет следов от колец. Мы проверим его на ДНК. Оно с клеймом, так что вы можете узнать, где оно было сделано. Остальное на самом деле мало что нам говорит. Это говорит нам об одном, Малькольм. О чем же? Говорит, это что-то очень личное. По крайней мере, мы знаем, что это не было случайным. Убийца принес кольцо, значит, убийство было заранее обдумано. Может быть и нет, убийца мог носить его сам. И запихнуть его в глотку было решено в последний момент. Чисто инстинктивное движение. В этом убийстве нет ничего, что говорило бы, что оно было спланировано. Все так запутано. Хотя, думаю, можно с уверенностью сказать, что он был не случайной жертвой. Мы поговорим с сыном, посмотрим, узнает ли он кольцо. И Кенни, ты можешь связаться с местными ювелирами? Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из них опознать клеймо. Уже занимаюсь, мэм. Жак, это маршрут Тулмана от клуба до памятника? Да, камера показывала, что Тулман сел на паром в 10:10 и прибыл в Нортшиллс в 22:18. В последний раз его увидели в 10:21, когда он покидал причал. Похоже, он был там один. Да, похоже на то. Итак, у нас есть двухчасовой промежуток от причала до памятника. Прямая дорога всего 15 минут ходьбы. Поэтому нам нужно узнать, где он был в это время. Джон, Пол и Эмбер приехали в морг, чтобы опознать тело. Что ж. Я хочу знать, кто это с ним сделал. Это я и моя команда как раз и пытаются выяснить. Могу я попросить вас взглянуть на это? Кто-нибудь из вас узнает это кольцо? Никогда не видел его раньше. Ваш отец никогда не носил кольца? Он не был любителем бижутерии. А как насчет обручального кольца? Он и ваша мама были женаты 30 с лишним лет. 33, и папа никогда не носил кольцо, даже когда они были вместе. Вы говорите, что не общаетесь со своей мамой, так что, предположительно, она все еще не знает, что случилось. Слушайте, что это? Предполагается, что вы выясняете, кто это сделал. Это мы и делаем. Вот как, расспрашивая об их браке и чертовом кольце, вы видели его тело, кто-то избил его до смерти. Жду тебя у машины. Боже. Мать – больная тема для него, не так ли? Он не любит говорить о ней. Его отец рассказывал о ней? Не мне, мы не были так близки. Но вы должны были немного его знать, вы жили в его доме. Джим разговаривал со мной только тогда, когда хотел, чтобы что-нибудь было сделано. Что, например? Приготовить еду, убраться, постирать его вещи. Джим был немного старомоден, когда дело касалось работы по дому. Место женщины на кухне. Что-то вроде этого. Я пойду к Джону Полу. Прости, дорогая. Итак, что нам думать о девушке Джона Пола? Она что-то скрывает. Пусть Марк проверит ее алиби. Убедитесь, что она действительно была у своей сестры прошлой ночью. Ты меня слышишь вообще? Конечно. Что-то не похоже. Я должен сказать Марку, чтобы он проверил алиби Эмбер. Что-нибудь еще? Да, ты теряешь хватку. Честно говоря, мы все еще пытаемся осознать это. Я имею в виду, что не верится, что это произошло. Как давно вы знали мистера Тулмана?
Более 30 лет. Мы встретились в первый день во время нашей учебы. С тех пор мы были лучшими друзьями. Это Джим познакомил меня и Лесли. И проводить воскресные вечера здесь, в клубе, это было обычным делом. Да, мы приходили с тех пор, как открыли караоке. Конечно, пела Лесли. Каким он был вчера? Джим, ну, выглядел обычно. Много ли он выпил? Пару пинт пива. Что-нибудь посильнее, виски? Нет. Так почему же он ушел вчера вечером пораньше? Ему предстояло идти в суд. Говорил ли он, что его беспокоит необходимость давать показания? Нет. Ничего такого. Итак, после того, как Джим ушел, что вы двое делали? Мы остались, выпили еще пару стаканчиков, и затем... Затем мы направились домой около 10 часов. Хорошо, спасибо, что уделили мне время. Кто-то напал на Джима в городе. Он говорил мне об этом. Какой-то парень привязался к нему на улице. Начал оскорблять, толкал его. Когда это было? Пару недель назад. Он сказал, где именно в городе это произошло? Кажется, на Ютланд-стрит. Если какой-то парень действительно набросился на Тулмана на Ютланд-стрит, тогда это должно быть на записях с камер видеонаблюдения. И я готова поспорить, что это был Маркус Хайнд. Итак, что вы хотите знать о деле Хайнда? Все, что вы можете нам рассказать. Хорошо. Субботний вечер, заведения закрываются. И Виктор Самаси начинает перепалку с каким-то пьяным парнем в кебаб-кафе. Маркусом Хайндом? Нет, с его братом, Патриком. Маркус пришел позже. Виктор уходит из кафе. Но когда он направляется к своей автобусной остановке, Патрик догоняет его, и понеслось. Патрик настолько не в себе, что Виктор просто отталкивает его. Так это и произошло. Что именно? Последнее, что Виктор помнит, что как кто-то напал на него сзади. Он упал на землю и 10 часов спустя очнулся в отделении интенсивной терапии. Значит, Маркус бросился за своим братом. Об этом никто не знал, пока Джим Тулман не дал свои показания. Он видел нападение и опознал Маркуса Хайнда в роли нападавшего. А как насчет камер видеонаблюдения? В этом месте нет камер. Нет других свидетелей? Значит, Джим Тулман был ключевым свидетелем. И без него у меня ничего нет. Маркус Хайнд, какой он? Хороший парень по документам. Никогда не попадал в неприятности. Талантливый футболист. Какой? Профи? На данный момент ему еще нет 19, но его обхаживает пара клубов премьер-лиги. Значит, для него многое поставлено на карту. Всего-то деньги, слава и известность. Капур считает, что его вот-вот подхватит какой-нибудь большой клуб. Этого не случится, если будет так играть. Что мы знаем о маме? Мама-одиночка, честная, трудолюбивая. А как насчет брата Патрика? Считает себя гангстером. Ваш парень теряет хватку. Да, кстати, о проблемах с хваткой. Что происходит с Эйденом? В смысле? Он с недавних пор немного не в себе. Вероятно, проблемы дома. С чего ты решил? Он же полицейский, верно? Вы были правы насчет Ютланд-стрит. Я изучил тот инцидент с Тулманом. Там нет Маркуса Хайнда. Патрик? Кем, черт возьми, ты себя возомнила? Если ты думаешь, что это маленькому головорезу все сойдет с рук, ты ошибаешься. То, что вы добрались до Тулмана, ничего не значит. Вы здесь, чтобы арестовать его? Моника, вам надо уйти. Они убили нашего свидетеля. Жак, разберись с этим. Извините, мне придется попросить вас отойти. Где Патрик? Его здесь нет. Кенни? Что вы собираетесь делать? Вы не можете просто так войти в мой дом. Этот ордер говорит иначе, дорогая. К задней двери! Сюда! Стоять! Все в порядке, иду, иду. Он ничего не сделал.
Отвали от меня, чувак! Мэм, посмотрите. Проверьте сумку. Тяжелое, тупое, деревянное. О, ты сегодня рано. Хотел кое в чем разобраться. Пришел досье на Патрика Хайнда. Уже? Допрашиваю прямо сейчас. Я позвонил криминалистам, они смогут нам сказать только через день, была ли это бита орудием убийства. Да что у него с алиби? Семья защищает своих, все они говорят, что были дома в воскресенье. Это все, что у нас есть? Немного, но это только начало. Хорошо. Давайте посмотрим, что он скажет в свое оправдание. Скажу тебе так. Ты не бездельник, Патрик. Отдаю тебе должное. Сколько тебе? 22? Посмотри, сколько всего ты уже сделал. У нас здесь хранение наркотиков, нападение, телесные повреждения, взлом в пьяном и невменяемом состоянии. Живем только раз. А теперь нам нужно добавить в твое резюме запугивание свидетелей. Это было снято 3 недели назад на Ютланд-стрит. Полагаю, что это ты. А это Джим Тулман. Не знаю никакого Тулмана. Конечно, ты знаешь, он должен был давать показания на суде над твоим братом. Тот, который не пришел? Да, тот самый. Но по правде у него была хорошая причина не прийти, Патрик. Кто-то избил его до смерти. Итак, что ты тут ему говоришь? Я правда не помню. Ты следил за ним после этого? Зачем мне следить за ним? Чтобы убедиться, что он не дал показания против твоего брата. Говорят, у Маркуса настоящий талант. Много больших команд наблюдают за ним. Он месси нашего Тайнсайда. Много ожиданий и планов. Большой контракт, куча денег. Но если Маркус сядет в тюрьму, для тебя и твоей мамы бесплатный хлеб закончится. Почему у тебя в спальне бейсбольная бита, Патрик? Играть в бейсбол. Шучу. Очевидно же, я храню ее для защиты. Вокруг много опасных людей. Получается, ты опробовал ее на ком-то? Пока нет. А лобовое стекло фургона? На Тулмана напали за несколько недель до суда над твоим братом. Я думаю, что это ты его преследовал. Ты нападаешь на него на улице, ты разбиваешь его фургон. Но это не сработало, верно? Потому что он все равно собирался опознать твоего брата. И так в ночь перед судом над твоим братом ты решил заткнуть ему рот навсегда. Только одна проблема. В тот вечер я был дома с мамой и Маркусом. Нет никаких сомнений, что здесь он угрожает Тулману, и это, наверное, он разбил то лобовое стекло. Что делает его главным подозреваемым в убийстве Тулмана? Но у него есть алиби. Его мама и брат, да ну. Сейчас не имеет значения, насколько слабое алиби. Если мы не сможем доказать, что он был в Таймуте, той ночью алиби его не подведет. И в данный момент мы едва можем доказать, что Тулман был в Таймуте. Жак, что мы знаем о передвижениях Тулмана после того, как он сошел с того парома? Его не видно ни на одной из записей, которые мы пока просмотрели, но еще много предстоит просмотреть. Что ж, быстро мы здесь не узнаем. Меня беспокоит, что у Патрика было то, чем можно это сделать, и у него был мотив. Тулман представлял угрозу карьере. Что ж, я не сомневаюсь, что он способен на это, но меня беспокоит кольцо. По-моему, запихнуть ему в глотку – это не в стиле этого парня. Это слишком оригинально. Кенни, что там с ювелирами? Я нашел одно место в Уолсберне. Там у многих ювелиров есть студии. Я собирался поговорить с ними. Не знает ли кто-нибудь, кто его сделал? Хорошо, у нас есть 2 часа, и мы должны его освободить. Мэм, давайте посмотрим, нашли ли криминалисты что-нибудь на бите. Что? Я поговорил с Холли Фен, сестрой Эмбер Фен. Она говорит, что Эмбер оставалась ночевать у нее в квартире в ночь убийства. Но я просмотрел историю звонков Эмбер, и в ту ночь она сделала 2 звонка на домашний телефон в 8:35 и 10:15 вечера. Это был домашний телефон сестры. Верно. Так зачем же было звонить на квартиру своей сестры, если ты уже была там? Действительно, зачем? Итак, ты можешь сказать мне еще раз, милая, где ты была 2 ночи назад?
Я же говорила, что была у своей сестры. Да, вы это говорили, но ваши телефонные записи говорят об обратном. В ту ночь вы дважды звонили домой своей сестре. Все верно, я ходила в магазин. Я позвонила Холли, чтобы спросить, не нужно ли ей чего-нибудь. Звонки были с интервалом в 90 минут. Должно быть, это был чертовски большой магазин, если вам потребовалось так много времени. А теперь послушай, дорогая. Мы можем отвезти вас и вашу сестру в участок и держать там, пока вы не скажете нам правду. Но было бы намного проще, если бы вы рассказали нам ее сейчас, милая. Я кое с кем встречалась. С кем? С кем ты встречалась? Мне жаль, я должна была сказать тебе, но я не хотела тебя расстраивать. Она вышла на связь после того, как я объявила о беременности в Facebook, сказала, что хочет быть очень вовлеченной, как настоящая бабушка. Это мама Джона Пола, Барбара? Она действительно милая. Куда ты идешь? Когда она вышла на связь? Пару месяцев назад. Значит, вы виделись не один раз. Полдюжины раз. Знал ли об этом отец Джона Пола? Нет. Барбара предупреждала меня, что надо быть предельно осторожными всякий раз, когда мы встречались. Почему? Она беспокоилась, что сделает Джим, если узнает. Где она? Она работает в кафе. В Королевском. В Таймуте. Чем я могу вам помочь? Мы ищем Барбару Тулман. Кто спрашивает? Она здесь или нет? Да, она здесь. Старший детектив-инспектор Вера Стэнхоуп, это детектив-сержант Хилли. Мы можем где-нибудь поболтать? Я так понимаю, это из-за Джима? Да. Хорошо. Я ненадолго поднимусь наверх. Да, конечно, не торопись. Проходите. И давно вы здесь работаете? С тех пор, как ушла от Джима. Дак, мой старый школьный приятель. Он дал мне работу и место, где можно жить. Ничего особого. И воняет сгоревшим жиром, но это мое собственное место. Эмбер сказала вам, где я? Да, это она. Предполагаю, Эмбер рассказала вам о вашем муже. И я боюсь, что Джон Пол знает, что вы поддерживали с ней связь. Я в этом виновата. Мне не следовало просить Эмбер лгать о наших встречах. Так почему же вы это сделали? Потому что боялась, что Джим узнает. Значит, вы не скорбите по нему? Скорблю, он был отцом моего сына. Но я не скучаю по нему. В ту ночь, когда умер Джим, не знаете, почему он приехал в Таймут? Нет. Не для того, чтобы увидеть меня, если вы на это намекаете. Но вы ведь здесь были, верно? Да, примерно до 9, пока Эмбер не ушла, а потом я проводил ее до автобусной остановки. Зашла выпить в Мальтман и вернулась сюда примерно в 10:30. И вы его не видели? Я не видела Джима с той ночи, как мы разошлись. Вы не возражаете, если я спрошу, почему вы ушли? Мне нужно было уйти оттуда. Вероятно, это было нелегко после 30 с лишним лет. Оставить и своего сына тоже. Нет, Джон Пол больше не нуждался во мне. Почему вы не развелись? Потому что Джим тянул время. Может быть, он все еще любил вас. Как бы вам рассказать, каким был Джим Тулман? Послушайте, вы можете поговорить с Джоном Полом, Гэри, Лесли, его клиентами и коллегами, и они скажут вам, что он был хорошим парнем. Но это была игра на публику. В личной жизни он был жестоким, властным человеком. Он медлил с разводом, чтобы держать меня под контролем. И еще кое-что, дорогая. Мы нашли кольцо на месте преступления. Вы видели его раньше? Извините, не узнаю его. Нет? На этом все. Спасибо, дорогая. Спасибо. Можно мне ролл с яйцом и помидорами, дорогой?
Вейдук, не так ли? Да, верно. Итак, это вы закрывали заведение в воскресенье вечером? Это не могла быть Барбара, потому что она сказала, что ее не было в воскресенье вечером. Если вспоминаете, это был я. Во сколько? Мы закрываемся около 10. Я навел порядок к следующему дню. Ушел в 11. И куда вы пошли? Было поздно, пошел домой. Я живу через пару улиц отсюда. Вы кого-нибудь видели? Никого. Ладненько. И я возьму еще этот. Верим ли мы ей, что она его не видела? От этого кафе до памятника всего 10 минут ходьбы. Я свяжусь с пабом, узнаю, помнит ли ее кто-нибудь. И узнай что-нибудь о Дуге, владельце кафе. У меня такое чувство, что он защищает Барбару. Заметь, я начинаю смотреть на Тулмана под другим углом. Я имею в виду, что на самом деле она не говорила об этом, но я полагаю, это был несчастный брак. Мы знаем об этом только с ее слов. Там должно было что-то происходить, иначе она бы не предпочла эту крошечную квартирку над кафе тому, что у нее было раньше. Попроси Жак поговорить с адвокатами, узнаем, что происходило в том бракоразводном процессе. Пошли. Я подвезу тебя домой. Нет, не надо. Мне еще нужно заполнить бумаги, я поеду позже. Увидимся утром, босс. Слушаю, Жак. Мэм, я на паромном причале просматриваю записи с камер видеонаблюдения и увидел кое-что странное. Технический термин, не так ли странное? По набережной кое-кто бежал, прямо перед тем, как Тулман сел на паром. Бежал? Я думаю, это Моника Самаси. Привет. Где Land Rover? Он припаркован за углом. О чем думал, пока тут стоял? Размышлял, зачем мы здесь. Потому что Монику видели у паромного причала в ночь смерти Тулмана. Но у него нет причин убивать Тулмана. Нет мотива. Наоборот, он был нужен ей живым, чтобы добиться справедливости для своего брата. Да, возможно, это просто совпадение. Вы не любите совпадений. Заполнил все бумаги? Да, все сделано. Будем надеяться, что лифт работает. Что вам двоим надо? Нам надо переговорить, дорогая. Спасибо. То, что ты чувствуешь, Виктор, совершенно нормально, но... Ты должен... Все в порядке? Конечно, мы как раз говорили о том, что Виктор, вероятно, скоро выйдет на улицу. Верно, Виктор? Виктор, прояви уважение. Может, пусть твой брат смотрит телевизор, а мы поговорим? Прошу прощения. Все в порядке, дорогая. Раньше он был общительным, веселым. Сейчас как зомби. Доктор сказал, что мы должны ожидать каких-то психологических последствий, но прошло уже 7 месяцев. Он с кем-нибудь разговаривает. Я организовал встречу с психологом через благотворительную организацию, но Виктор отказался идти. Ему не нравится выходить из квартиры, у него бывают приступы паники, если он выходит. Значит, он все-таки выходит? Только если я с ним, ему нужно, чтобы я постоянно была рядом с ним. Мне пришлось уйти на полставки в спортзале. Значит, некому помочь ухаживать за ним. Мама умерла в прошлом году, я осталась одна. Мне очень жаль. Вам должно быть тяжело.
Но я должна спросить, где вы с братом были в ночь смерти мистера Тулмана? Мы оба были здесь. Все время? Не весь вечер. Я выходила на пробежку. И во сколько это было? Я не знаю. Около 10. Вы всегда выходите на пробежку в 10 часов вечера? Нет. Виктору не нравится, когда его оставляют в квартире одного, так что мне пришлось подождать, пока он уснет. И где вы бегали? Недалеко. Была пробежка 5 километров. Вы были рядом с паромным причалом? Могла. У меня на телефоне приложение для бега, оно определяет мои маршруты. Почему причал так важен? Потому что мистер Тулман в то время был там, на причале. Садился на паром. Вы его не видели? Если бы видела, сказала бы вам. На самом деле, я никогда не встречала этого человека. Как давно вы этим занимаетесь? Пару лет. Я хотел стать волонтером, и это оказалось стоящим делом. Вы обычно делаете визиты на дом? Обычно я встречаюсь с клиентами в нашем офисе или в суде, но... Агорафобия Виктора действительно очень сильна. Что вы думаете о Монике? Она кажется сильной, но очень беспокоится о Викторе. Полагаю, она думала, что суд поможет ему двигаться дальше. Слишком много всего. Вы когда-нибудь встречались с Тулманом? Кенни, если кратко, у меня была короткая беседа с ним о запугивании свидетелей примерно неделю назад. И что, его запугивали? Нет, это была обычная беседа, и он был очень спокоен. Он упоминал о каком-либо споре с Патриком Хайденом? Мне нет. Он был спокоен, уверен в себе. Вот почему все это так раздражает, он был почти идеальным свидетелем. Так будет ли дело прекращено? Кто знает. Алия хороший адвокат. Возможно, ей удастся добиться выноса приговора даже без показаний Тулмана. Я просто надеюсь, ради Виктора и Моники, что она это сделает. И извини нас, дорогой. Конечно. Пока. Кенни нашел ювелира. Вовремя. Это мое. Но это старая модель. Делала такие года 3 назад. И как много продала ты их? Не так много, чтобы продолжать делать их дальше. У вас остался список покупателей этих колец? Они его купили в моем интернет-магазине. Но в основном я продаю через выставки или ярмарки. Шли, что есть, дорогая. Достань нам эту информацию как можно быстрее. Симпатичная модель. Спасибо. Это был мой взгляд на обручальное ретро-кольца. Тогда ты сказала обручальное. То есть это кольцо для помолвки? Тот, кто его купил, наверное, собирался сделать предложение. Спасибо, дорогая. Мэм? Жак? Ты находила какие-то факты, говорящие, что в жизни Тулмана была девушка? Нет, мэм. Если у него и был кто-то, он хорошо это скрывал. А как насчет адвоката? Что происходило с разводом? Я скоро с ним поговорю. Мэм, Малькольм хочет вас видеть. Хорошо. Что ж, плохая новость в том, что ваша бейсбольная бита чистая. Лаборатория не обнаружила на ней ни следов крови, ни ДНК Тулмана. Отлично. Это было единственное вещественное доказательство, которое у нас было против Патрика Хайнда. Кстати, маловероятно, что убийца использовал биту. Традиционно они изготавливаются либо из ясеня, либо из клена. Она лишь щепок, который мы нашли в его ранах. Говорят, что оружие было сделано из сосны. Оно также было обработано средством. Каким средством? Для стандартной обработки древесины. Но... Еще большим сюрпризом стало заключение токсиколога. Мы обнаружили следы бутирата в его организме. Наркотика? Обычно это очень трудно обнаружить, так как организм избавляется от него очень быстро, но наша жертва умерла, и организм не успел его обработать. Зачем 60-летний строитель принимает бутират? Ну, его несложно найти, как я слышал. И в его организме обнаружен алкоголь. Значит, его могли накачать. Вы же знаете, он не сам это сделал. Накачали в общественном клубе? Мы не знаем, попал ли наркотик в его организм в клубе. И учитывая, как быстро работает бутират, более вероятно, что он проглотил его после того, как покинул клуб. В любом случае, Гэри сказал, Тулман выпил всего пару пинт. И все же от тела исходил сильный запах спиртного. Попрошу Марка еще раз проверить клуб. Да, пожалуйста. Пусть поговорит с персоналом бара и всеми постоянными клиентами. Выясни, что он пил и угощал ли кого-нибудь. В любом случае, что мы здесь делаем? Ищем орудие убийства.
Хорошо, пока, Марк. Взгляни на это. По-твоему, это похоже на сосну? Может быть. Конечно, черт возьми, так оно и есть. Вызови сюда криминалистов. Думаете, убийца использовал это? Да, и если это так. Это было случайное оружие, то есть это не было запланировано. А как же кольцо? Вот именно, оружие с собой не взяли, но принесли кольцо. А теперь, почему ты спишь в офисе? И не смотри на меня так. Видела твою зубную щетку сегодня утром в туалете. Не хочу об этом говорить. Круто! Ты мой сержант и работаешь над моим делом. Я хочу быть уверена, что ты не отвлекаешься. Хотите сказать, что я не в форме? Я говорю, что ты стал раздражительным. Чья бы корова мычала? Не поняла? Мы с Чарли немного поссорились. Ничего особенного, но это выматывает. Иногда по вечерам я не могу это вынести. И ты прячешься в офисе. Я не прячусь. Я пытаюсь дать нам отдохнуть друг от друга. Это очень мило с твоей стороны. Пока ты проводишь время в офисе, питаясь едой на вынос и слушая трансляции футбола, она сидит дома одна и ухаживает за ребенком. Больше никаких ночевок в офисе. Либо разберись со своей женой, либо найди другое место для ночлега. Старший детектив-инспектор Стэнхоуп. Мэм, это Жак. Эмбер только что позвонила по номеру 999. Она в королевском кафе. Я не сделал ничего плохого, убирайся! Убирайся, она даже не хочет меня слушать! Успокойся, я хочу увидеть ее сейчас! Нет, Эмбер не хочет тебя видеть, сынок. Джон Пол, надо успокоиться! У этой ведьмы там Эмбер. Она хочет быть здесь. Дерьмо, ты настроил ее против меня. Джон Пол, так делу не поможешь, вам стоит уйти и утихомириться. Не уйду я без Эмбер. Вы хотите провести ночь в камере? Меня это вполне устраивает. Я хочу, чтобы Эмбер вернулась. Не угрожай ей. Иди домой. Не могу. Почему же? Я не хочу быть один. Послушай, Джон Пол, я знаю, это тяжело потерять отца. Но тебе просто придется смириться с этим, милый. Я поговорю с Эмбер. Посмотрим, что я могу сделать. А теперь иди домой. Я не хочу, чтобы он возвращался. Я не позволю так расстраивать Барбару. Если он вернется, то мне, возможно, придется... Придется сделать что, мистер Руни? Мне кажется, что Барбара и Эмбер были бы рады чашечке чая, не так ли? Эйден, подожди. Можешь говорить. Я довез Джона Пола до дома. И как он? Он как большой ребенок, честно, мне стало немного жаль его. Где ты? Вернулся в участок. Эйден, я же говорил о тебе. Пришла заявка из страховой Тулмана. Та, которую он подал за повреждение лобового стекла своего фургона. Там что-то важное? Согласно заявлению, он припарковал фургон на Пил Роуд. Когда вернулся, обнаружил, что лобовое стекло разбито. Пил? Откуда я знаю Пил Роуд? Она пересекается с Эфтон Клоуз. Это там, где живут Хайнды. Маркус, никуда не уходи, милый. Не уходи. Маркус, вернись в дом. Вернись в дом. Маркус! Не уезжай, Маркус! Что случилось? Где он? Патрик, ты не пробовал позвонить ему еще раз? Зачем? Потому что я беспокоюсь о нем. Ради всего святого, ему уже 19. Я гулял один, когда мне было 15. Может, ты просто попробуешь? Не помню, чтобы ты так сильно волновалась за меня. Потому что ты был не так важен. Я не это имела в виду. Я хотела сказать... Не мог бы ты, пожалуйста, позвонить ему еще раз?
переключается на голосовую почту. Мы можем объявить в розыск Маркуса, если вы расскажете нам, почему Джим Тулман приходил к вам. Кто? Парень, который собирался свидетельствовать против вашего сына. Мы знаем, что фургон Тулмана был припаркован на Пилроуд неделю назад. Так он приходил к вам? Конечно, нет. Кто-то разбил его фургон, когда он зашел за угол. Сломал лобовое стекло. Это был не я. Погодите, что это был за день? Вторник. Вот и выяснили. Я работаю весь день по вторникам, с 7 до 4. И я был в Хале в прошлый вторник. Даже если Тулман приходил в дом, здесь никого не было. А что насчет Маркуса? Был ли Маркус здесь во вторник? Вполне возможно, что Тулман нанес визит Маркусу Хайнду, пришел в его дом за неделю до убийства. И как мы все знаем, встреча между обвиняемым и ключевым свидетелем перед судом может привести к неправильному судебному разбирательству. Нас здесь интересует, был ли этот маленький тет-а-тет причиной, по которой его убили. Но сначала о главном. Нам нужно найти Маркуса Хайнда и привести его сюда. У нас объявлена тревога, и дорожные инспекторы ищут его машину. Хорошо, а пока Кенни, что с криминалистами? Команда вернулась на место преступления сегодня утром, мэм. Хорошо, Жак, ты говорила с адвокатом? Да, мэм. Похоже, Барбара настаивала на разводе, но Тулман был против. Почему он был против? Адвокат не сказал, но она упомянула, Тулман сдался 3 недели назад. И так он согласился на развод. Да, но вот в чем дело. Как только он это сделал, Барбара передумала. Она отказывалась подписывать бумаги. Спокойной ночи. Потратил 3 часа, играя в бинго. Что-нибудь выиграл? Нет, но я поговорил с одним человеком, который был в караоке в воскресенье вечером. Он показал мне несколько видеозаписей, на которых поют его приятели. Я попросил его прислать тебе их. Имеет ли это отношение к делу? Увидите. Это Гэри и Лесли. Они ссорятся. Куда он направляется? Когда это было снято? Около 9:40. Ты в порядке, Лесли? Пошли, входите. Гэри нет поблизости? Он ушел. Ушел? Куда? Он в отеле на Ленокс-стрит. В ту ночь, когда был убит ваш приятель Джим. Гэри сказал, что вы с ним вместе покинули клуб и вернулись сюда, верно? Но все произошло не так. Да ведь, Лесли? Мы знаем, что вы с Гэри поссорились в клубе. И я собираюсь рискнуть и предположу, эта ссора была из-за Джима Тулмана. Ты ведь любила его, верно? Я была его первой девушкой, до того, как он встретил Барбару. После этого я начала встречаться с Гэри, не потому, что он мне нравился, но он был другом Джима, и я думала, что так будешь ближе к Джиму. Итак, в течение 30 лет ты была влюблена в лучшего друга своего мужа. Вы, должно быть, полагаете это убого. Это не мое дело, любовь моя. Но вот что меня интересует. Почему Гэри был так зол в ту ночь? Я имею в виду, почему тогда? Прошло столько времени. Я ждала год после того, как Барбара ушла от Джима. Не беспокоила его. А потом я рассказала ему о своих чувствах. И что он сказал? Сказал, что это взаимно. И мы начали встречаться днем, когда Гэри был на работе. И я предполагаю, Гэри узнал об этом. Да. Но тогда Джим захотел большего от этих отношений, а я сказала, что не готова.
И он сказал «хорошо», но когда мы встретились после этого, он рассказал о Барбаре. Сказал, что она передумала насчет развода, и они поддерживают связь. Лесли, куда пошел Гэри после того, как вы поссорились? Я не знаю. Спасибо, дорогая. Мэм, Кенни. Гэри Клейтон. Он узнал, что у Тулмана был роман с его женой. Я думаю, что это дает ему довольно сильный мотив для убийства. Он сейчас в отеле на Ленокс-стрит, так что собери там команду и привези его. Эйден, мэм, я в бухте Браунсвик. Где? Наша система заметила его около часа назад. Он был арестован за то, что прошлой ночью отправился на веселую прогулку. Две патрульные машины гнались из Ньюкасла. Наконец они поймали его примерно в 2 милях вниз по дороге. Кто-нибудь пострадал? Да, офицер, производивший арест. Он ударил его и сломал нос. Боже мой! Мы держим его в комнате для допросов. Что ж, ты действительно превзошел самого себя, Маркус. Большинство людей назвали бы это веселой ночью безрассудной езды. Но не ты, нет. Ты обязан был напасть на дорожного инспектора. О чем, черт возьми, ты думал? Я не думал. Нет, ну конечно. У тебя было много других забот, не так ли, дорогой? Обвинение в хранении наркотиков. Не только судебное дело. Что же еще? Она уже выбрала дом, понимаете? Сказала, что купит его, как только я начну зарабатывать деньги. Ты говоришь о своей маме? Я не хотел навредить тому парню. Теперь, если ты говоришь о Викторе Самаси, нужно, чтобы ты хорошо обдумал каждое слово, дорогой. Может быть, стоит позвонить его адвокату? Я не знаю, что случилось, я действительно не знаю. Я помню, задирать начал Патрик, этого парня. Он просто защищался, и тут я пришел. Потерял контроль. Продолжал пить его. Не мог остановиться. Когда все было кончено, когда я увидел его лицо, мне так жаль. Если ты сожалеешь, Маркус, почему ты не признался в том, что сделал? Я хотел пойти в полицию. Я хотел сдаться, но... Но твоя мама тебе не позволила. Она сказала, что это произошло один раз, и что хороших людей не следует наказывать за одну ошибку. А что ты думаешь? Я просто думаю об этом парне. Подожди, мы еще не закончили. Мне нужно спросить тебя о Джиме Тулмане. Я знаю, что он приходил к тебе домой повидаться. Он появился у входной двери. Это было после того, как Патрик набросился на него в городе. Он велел мне утихомирить Патрика. Он сказал, что тот зря тратит время, и ты разбил его фургон. Что? Нет, это был не я. Я имею в виду, да, это действительно произошло, пока он был у меня дома. Но я этого не делал. Так кто же? Без понятия. Линда, наша соседка, вроде видела, как это произошло. Она сказала, что это был какой-то парень на мотоцикле. Что имел в виду Тулман, когда сказал, Патрик зря тратил время? Он сказал, что собирается изменить свои показания. И он собирался сказать суду, что видел не меня. Ну, конечно, зачем ему это делать? Я понятия не имею, потому что он действительно видел меня. Он видел, что я сделал с тем парнем. Погоди. Тулман собирался снять тебя с крючка? И он сказал тебе это больше недели назад? Так как же получилось, что мы впервые услышали об этом сейчас? Потому что я никому не говорил. Почему же? Я надеялся, что Тулман не передумает. Правда в том, что я хотел, чтобы он дал показания против меня. Мне нужно было, чтобы он сделал то, что я сам не осмелился бы сделать. У нас есть только слово Маркуса, что Тулман менял свои показания. У него нет причины лгать, он уже признался. Так что же заставило Тулмана передумать? Очень хотелось бы узнать.
Капур сказала, что он был идеальным свидетелем. Так сказал и Вебстер. Так почему же он передумал? Взятка? Ну, какова бы ни была причина, он стал петь по-другому, а это значит, что он больше не представлял угрозы для парня. Он был все еще проблемой для его мамы и Патрика, они не знали, что он передумал, у них был мотив. А еще есть Гэри Клейтон, имея в виду, если он знал, что Тулман спит с его женой, по-моему, это преступление на почве страсти. Мы нашли Клейтона. Он выписался из отеля, пытаемся его отследить. Разве у Самаси сейчас нет повода? Тулман меняет свои показания, это значит, что Маркус остается на свободе. Моника Самаси очень хотела добиться справедливости для брата. И она была на паромном причале. Да, но они должны были знать, что Тулман решил изменить показания. Может, Тулман сказал им. Но он же не собирался этого делать, не так ли? И даже если бы он это сделал, она пошла бы прямо к Капуру. Если, может быть, она чувствовала себя преданной Тулманом и убила его, прежде чем у него появился шанс оправдать Хайнда. Хорошо. Жак, проверь Монику. Посмотрим, могла ли она каким-то образом узнать, что Тулман передумал. Не садись, мы уходим. Посмотрим, сможем ли мы получить какие-нибудь ответы от миссис Тулман. Я ни за что не собиралась снова быть с этим человеком. Так почему же ваш муж сказал так Лесли Клейтон? Понятия не имею. Но, зная Джима, у него были на то свои причины. Значит, вы с ним не общались? Нет. Лесли сказала, что общались. Не первый раз в своей жизни Лесли поняла все неверно. Я же говорила, я закрыла страницу с Джимом, я не хотела его видеть. Так почему же вы отложили развод? Адвокат сказал, что ваш муж был готов поставить точку, вы единственное тянули время. Почему вы не подписали бумаги? Вы правы. Джим предложил дать развод при условии, что я откажусь от своей доли в доме. Я имею в виду, как я могу согласиться на это? Посмотрите на меня, я официантка. У меня нет ни наличных, ни сбережений. Даже дома. Мне нужно было, чтобы Джим выкупил мою долю, чтобы я могла начать все сначала. А что же теперь с домом? Технически вы не разведены, значит, он достанется вам. Я действительно не думала об этом. Почему-то я в этом сомневаюсь. Чей это мотоцикл? Это гордость и радость Дуга. Знал ли Дак о ваших проблемах с мужем и разводе? Что вы имеете в виду? Вы обсуждали это с ним? Возможно, мы говорили об этом. И что он думал? Что это неправильно? Что, ваш муж действительно неправильно? Где сейчас Дуг? Эмбер попросила его забрать кое-какие вещи из дома. Спасибо, дорогая. Мистер Рони! Подождите, подождите! Это не имеет ко мне никакого отношения. Джон Пол? Джон Пол. Как дела у Джона Пола? Травмы серьезны, но не опасны для жизни. Продержи его там всю ночь, мы можем поговорить с ним днем. Мистер Яичница и Чипсы там? Да. Он подождет. Доброе утро. Это был не я. Я и пальцем не тронул этого парня. Богом клянусь. Я просто пришел забрать одежду для Эмбер. И это все. Почему побежали? Не побежал. Я уходил. Уходили? Собирались бросить его. Оставить его там в таком состоянии. Почему вы не вызвали скорую? Наверное, я испугался. Кого? Того, кто сделал это с ним.
Я беспокоился, что он все еще мог быть рядом. Не похоже на крутого парня, который пару дней назад сыпал угрозами. Слушайте, я ничего такого не имел в виду. Тогда что заставило вас сделать это? Это был не я. У нас есть свидетель, который видел, как мужчина разбил это ветровое стекло. И она сказала, что мужчина уехал на... На чем он уехал, детектив-сержант Хилли? На мотоцикле. У вас ведь есть мотоцикл, верно? Я был зол. Послушайте, он расстроил Барбару, обманом лишив ее доли в доме. Я пошел к нему. И как все прошло? Он не хотел слушать. Он велел отвалить и не лезть ни в свое дело. Я подождал на улице. И когда он вышел, я последовал за ним. А потом разбили ему лобовое стекло. Как я уже сказал, я был зол. Знаешь, что это такое? Что, мэм? Девушка, к которой он когда-то был неравнодушен. Девушка, быть с которой он даже не надеялся 30 лет, приходит и стучит в его дверь. У нее есть только одежда и покинутый ею муж, затаивший злобу. Но он берет ее к себе. Он дает ей работу, крышу над головой, потому что он порядочный парень, он хороший парень. Мы просто друзья. Вы можете продолжать говорить себе так, если хочешь, дорогой. Но думаю, в глубине души вы думали, что может быть есть шанс. Что может это станет нечто большим. Может любовью. Но была только одна проблема. Джим Тулман. Я имею в виду, как вы с Барбарой могли встречаться с Джимбо на горизонте. И я спорю, что вы сделали бы все, чтобы избавиться от этого хулигана. Он ведь приходил в кафе в тот вечер, не так ли? Дуг, мы рассмотрели всю подноготную жизнь этого человека. И Барбара была единственной, кого он знал в Таймуте. Он подошел к задней двери. Сказал, что хочет повидаться с Барбарой, я сказал ему, что ее нет дома. Но он сказал, что подождет. Вы не могли угостить его выпивкой? Что? Нет, конечно нет. Итак, он пришел в кафе, что случилось потом? Это было все. Он ждал, а когда она не появилась, он ушел. И вы просто позволили ему уйти? Что еще я мог сделать? Что еще? Ну, может быть, вы решили, что с вас хватит, может быть, вы проследили за ним до того памятника и убили его. Это было бы выходом, верно? Он мертв, Барбара получает дом, а вы получаете Барбару. Я не убивал его. Я ничего не сделал. Я просто сидел там, пока он оскорблял меня. Я сидел там, как чертов трус. Потому что правда в том, что я боялся его. Все. Вы счастливы? Зачем он пришел к Барбаре? Понятия не имею. Когда он уходил, он сказал, «Скажи ей, что это из-за фигового дерева». Фиговое дерево? Что он имел в виду под этим? Не знаю. Я никогда раньше не слышал, что трусость стала орудием защиты. То, что он трус, не значит, что он не убийца. Тулман был ослаблен наркотиком. Тебе не нужно быть храбрым, чтобы схватиться с парнем, которого накачали наркотиком. А теперь слушайте все внимательно. Тулман действительно был в королевском кафе в ночь своей смерти. Он отправился туда в поисках своей жены Барбары, но вместо этого нашел Дуга Руни, владельца кафе. Руни говорит, что Тулман грубиянил, а затем ушел. Но я хочу, чтобы криминалисты осмотрели кафе и квартиру Барбары наверху. Займешься этим, Жак? Марк. Руни сказал, что Тулман упомянул фиговое дерево. Что это такое? Ресторан, магазин, кафе, выясни. Мэм. Анита Синха, ювелир, прислала список клиентов, купивших то обручальное кольцо. Есть там кто-нибудь, кто связан с Тулманом? Пока не нашел, нет. Продолжай копать, Кенни. Экспертиза подтвердила, что деревянные щепки, найденные на месте преступления, это тот же тип древесины, что у щепок, найденных на теле Тулмана. Они нашли настоящее орудие убийства? Нет, но постовые нашли Гарри Клейтона возле паба на берегу реки. Отлично. Посмотрите на это.
Моя жена меня не любит. Боже. Она любит его, так было всегда. Я знал, даже когда мы поженились. Бармен перестал его обслуживать и вызвал полицию, только он отказался идти. Ладно, Гэри, мне нужно поговорить с тобой о той ночи, когда умер Джим. Но сейчас ты не в состоянии отвечать на какие-либо вопросы. Я пошел за ним. Гэри, для твоего же блага нужно, чтобы ты пришел в себя. Я собирался с ним разобраться, как мужчина с мужчиной, мужик с мужиком. Но в итоге я сделал кое-что ужасное. Гэри, я тебя предупреждаю. Я пошел в стриптиз-клуб. Что ты сделал? Ну, я не мог его найти. Боже, дай мне сил. На самом деле я не хотел идти. Смотрите, я знал, что Лесли этого не одобрит. Хотя мне там не понравилось. Милые девушки, но я просто чувствовал себя не в своей тарелке. Убедитесь, что он окажется дома, пусть он отоспится. И раз коснулись сна. Где ты в итоге провел ночь? В доме у друга. Тебе нужно помириться со своей женой. Да, но может быть, Чарли, нужно хоть раз помириться со мной. Повзрослей. Ты муж и отец. Я не понимаю, почему я всегда должен уступать? Ты не понимаешь? Если ты этого не сделаешь, ты рискуешь потерять их. Можешь кончить так же, как и он. Я никогда не закончу. Не могу позволить. Серьезно, Эйден, помирись с ней, чего бы это ни стоило. Жак, скажи, что у тебя хорошие новости. Поисковая группа уже направляется в кафе. Слушай, могла ли Моника Самаси каким-то образом узнать, что Тулман будет давать другие показания? В день смерти Тулмана ей действительно несколько раз звонили, большинство звонков из офиса суда. Вот же. Это была ошибка. Я просто пытался подготовить ее к худшему. Моника стала полностью одержима этим делом. Она поставила все на то, что Маркуса Хайда признают виновным. И зная, как сильно она этого хотела, вы подумали, что было бы хорошей идеей сказать ей, что Тулман передумал. Капур попросила меня повидаться с ним, чтобы прощупать его, и у меня создалось впечатление, что он колеблется. Ты слышал это? У него сложилось впечатление. Не то плохо, что он говорит Монике, что ее единственный свидетель предаст ее, а плохо то, что это может быть неправдой. Я думал, что это правда, я занимаюсь этим достаточно долго, чтобы знать, когда свидетель трусит. Так почему бы не рассказать, Капур? Не знаю, я надеялся, что ошибся. Я должен был подготовить Монику к плохим новостям. И поступая так, вдали ей повод отправиться к Тулману. Нет, она поняла, она сказала, что не держит на него зла. Так я и поверила. Эта девушка застряла в квартире с братом, которому она не может помочь. И единственный мужчина, который мог бы добиться справедливости, сошел с дистанции. Собирается отпустить Маркуса на свободу. Теперь, если бы это были вы, если бы это был ваш брат, вы ничего не держали бы против него? Почему я здесь? Потому что вы думали, что Тулман изменит свои показания. Вебстер позвонил вам за день до суда. Это, должно быть, стало ударом в спину. Маркус Хайнд выходит на свободу после того, что он сделал с вашим братом. Мы загрузили маршруты вашего приложения для бега. В ночь, когда умер Тулман, вы пробежали больше 5 километров. Согласно приложению, вы бежали из своей квартиры всю дорогу до дома Тулмана. Потом вы выключили свой телефон, потому что в приложении больше ничего не отражается. Я не убивала Тулмана, но вы же отправились на его поиски, потому что я хотела знать, намерен ли он отпустить Хайнда на свободу. Как вы узнали, где он живет? Я знала его имя. Вебстер сказал мне, что он строитель, так что узнать, где он живет, было несложно. Я побежала туда, чтобы разобраться с ним, но его там не было. Я его не видела. Ну, вы, должно быть, видели его, когда вы проследили за ним до паромного причала. Я не следовала за ним. Я не знала, что он был на том пароме. Я говорю правду. Вдоль реки самый быстрый путь обратно до нашей квартиры. Я направлялась домой. Зачем выключать телефон? Должно быть, у него села батарея. Хорошо, хорошо. Итак, давайте вернемся к дому Тулмана. Согласно приложению, вы были там в течение 10 минут. Я подождала, не вернется ли он. Откуда вы знаете, что его не было дома? Я позвонила в звонок, никто не ответил. Вы не видели Джона Пола? Кто такой Джон Пол? Его сын. Он сказал, что не спал всю ночь. Он лжет. Там никого не было. Ночь, когда умер ваш отец. Вы помните ее, не так ли?
Потому что вы сказали нам, что были дома всю ночь. Да, был. Я никуда не выходил. Правда? Но мы знаем кое-кого, кто постучал в вашу дверь той ночью, но никто не ответил. Должно быть, я был в постели. В 10 часов? Я устал. А теперь оставьте меня в покое. Расскажите нам о человеке, который напал на вас. Вы должны быть в состоянии что-то помнить об этом. Это был мужчина или женщина? Старый, молодой, большой, маленький? Я не помню. Это был Дук Руни? Я сказал, что не помню. Расскажите нам о фиговом дереве. Я не хочу ни с кем говорить. Что все это значит? Я еще не знаю. Но я скажу тебе, о чем речь не идет. Речь не о Хайнде или Самасе. И речь не в том, что Джима Тулман стал свидетелем нападения. Мы кое-что упустили. Жак, я кое-что нашла в квартире, мэм. Что именно? Там две рубашки, и не все в крови. Итак, два предмета одежды, одна большая мужская рубашка и одна среднего размера футболка. Клуба кинжалы. А как насчет крови? Тесты показывают, что она принадлежит человеку, и на обеих рубашках одна и та же кровь. Кто-то потерял много крови. Можешь датировать, когда это случилось, определить, когда она попала на рубашки? Боюсь, это немного за пределами наших возможностей. Должно быть, в течение последних 2 лет. Вот как детектив сержант Хилли. И это ваше мнение научно обосновано, не так ли? Футболка кинжалов, эту модель стали выпускать 2 сезона назад. Я, пожалуй, признаю, что вы правы. Отлично. Мэм, Барбара Тулман под стражей. Хорошо. Мэм, это касается фигового дерева. Я нашел единственное место в округе. Ресторан Джейсмонди, но оно сейчас закрыто. Когда оно закрылось? Примерно 5 года назад. Покажу вам фото некоторых предметов, которые мы нашли в вашей квартире. Под кроватью, завернутое в пластик. Вы не хотите рассказать нам о них? Мы проверили эти запачканные кровью рубашки, на обеих одна и та же кровь. Так что чья бы это ни была кровь, он потерял ее много. Хорошо, тогда скажу я, что думаю. Думаю, что эти рубашки принадлежали вашим мужу и сыну. И что бы там ни случилось, это причина, по которой Джим был убит. А Джон Пол лежит на больничной койке. Я точно не знаю, что произошло. Но я думаю, что с этими рубашками как-то связан ресторан «Фиговое дерево». Я не знаю всей истории, я была там не весь вечер. Это был день рождения Джима. Джон Пол хотел отпраздновать это событие. Он заказал столик в «Фиговом дереве». Вечер был настоящей катастрофой. Джим был в отвратительном настроении, и совсем не кстати за столиком рядом с нами собралась шумная компания. В конце концов, Джим сказал им, чтобы они не шумели. Обычно люди делали то, что говорил Джим. Но один парень стал спорить с ним. Сказал ему, что они имеют право наслаждаться едой. Что же произошло потом? К этому времени весь ресторан смотрел на нас. Джим был не столько зол, сколько оскорблен. Я поняла, что будут проблемы. Я ушла. Джим посадил меня в такси и отправил домой. А он и Джон Пол остались у входа в ресторан. Предполагаю, что они были одеты в эти одежды. Пару часов спустя они вернулись домой. Все в крови. Я спросила Джима, что случилось. Но он просто приказал мне избавиться от рубашек. Так почему же вы это не сделали? Не знаю. Я собиралась сделать это. Но потом, примерно через неделю, я прочитала эту историю в местной газете. Как молодой адвокат потерял сознание в суде.
умер от тромба. Там была его фотография. Мне стало плохо. Я знала, что это сделал Джим. Он убил этого беднягу. Так почему бы не обратиться в полицию? Потому что в этом был замешан мой сын. Почему вы так долго хранили эти рубашки? Я сказала ему, что если он меня не отпустит, я отправлю их в полицию и расскажу им, что он сделал. Это сработало. Как звали этого парня? Альдо. Альдо Росси. Интервью окончено в 4:08. Список, Кенни. Список. Список колец. Так и знала. Альдо Росси. Молодец, Кенни. Он купил кольцо у Аниты Синха, оплатил кредитные карты 14 августа 2017 года. Итак, для кого он купил кольцо? Прошло 2 года с тех пор, как он умер. Я только сейчас возвращаюсь к нормальной жизни. Нам жаль, что мы задеваем старые раны. Эти раны никогда не заживают, моя дорогая. Я думаю, мы хотели бы начать с вопроса, каким человеком был Альдо. Он был замечательным молодым человеком. Но, полагаю, я пристрастна. Был ли у него в жизни кто-то особенный? Может быть, подружка или невестка? Нет. Он нравился многим девушкам, но Альдо всегда говорил, что он не из таких, кто остепенится, заведет жену и детей. Неужели? Значит, он ни с кем не был близок. У него было много друзей. Такие друзья, как Эван? Да, Эван Вебстер, вы его знаете? Они с Альдо были закадычными друзьями. Потерять его вот так, это должно быть было нелегко. Потеря, которую невозможно возместить. Итак, той ночью в фиговом дереве. Они ждали вас у входа. Они так быстро набросились на нас. Туман ударил Альдо, прежде чем мы успели что-то понять. И его сын тоже. Лицо Альдо было залито кровью. Он упал вниз, я видел Тулмана, пинающего его в висок. Я пытался помочь, но сын прижал меня к стене. Он не ударил меня, он просто держал меня. Дал мне увидеть, как Тулман прыгнул Альдо на голову. Я думал, он убьет его. Но он этого не сделал. Альдо ушел. Я отвез его домой. Он был в плохом состоянии, но он сказал, что с ним все в порядке. Он даже пошутил по этому поводу. Затем, 6 дней спустя, мне звонят. Он потерял сознание. Упал замертво. Почему вы никому не рассказали об этом тогда? Я думал об этом. Но я не смог опознать Тулмана. И врач в больнице сказал, что она не может подтвердить, что смерть Альдо была результатом нападения. Как же Тулман оказался в этом замешан? Инструктаж для свидетелей. Я был там, когда они показывали его судье. И как только я увидел его, узнал сразу. Вам следовало прийти к нам. Мы все знаем, как это работает. Преступление 2-летней давности, свидетелей нет, никаких улик.
Я бы не добился справедливости. И ты решил сделать по-своему. Нет, я не начинал с какой-то мстительной миссии. Я пытался забыть об этом. Но примерно неделю назад я понял, что это не работает. Я пошел к нему домой, я просто хотел, чтобы он признался в том, что сделал. Он все отрицал, говорил, что я ошибаюсь, что я донимаю его, и если я не оставлю его в покое, он позвонит в полицию. Ну, я думаю, вы, должно быть, напугали его. Потому что, я думаю, именно поэтому он передумал опознавать Маркуса Хайнда в суде. Он боялся, что привлечет к себе внимание. Хотя мне жаль Виктора и Монику. Они тоже заслуживают справедливости. Как вы дали ему наркотик? Пообещал ему, что оставлю его в покое, если он просто выпьет со мной. Поднимет тост за Альда. И он подумал об этом, он оглядел меня, оценил. Должно быть, решил, что я не представляю угрозы. Итак, мы подошли к памятнику, и он пил всю дорогу. Мой план состоял в том, чтобы просто заставить его признаться в том, что он сделал. Мне было плевать на суд. Мне просто нужно было услышать, что он скажет, что это был он. И он сделал это. Он рассмеялся. На него действовали наркотики, дорогой. Я чувствовал, как во мне нарастает гнев. Я попытался уйти. Добрался до ворот, но я все еще слышал его. Он просто лежал на траве. Поэтому я взял что-то в руки и пошел обратно. Он все еще смеялся. И я ударил его. Я продолжал бить его, пока не выдохся. Зачем ты засунул кольцо ему в глотку? Я сделал это для Альда. Подумал, что он оценил бы этот жест. Думал, мне станет лучше. Но не стало, верно, дорогой? Может быть, на день или два. Но потом появился Джон Пол. Мне показалось неправильным, что Тулман единственный, кого наказали. Что ж, вы чуть его не убили. И почему же не убили? Не знаю. Там стояла детская кроватка. Все еще в коробке. Я просто... Мы с Альдо тоже хотели детей. Эван Вебстер, я арестовываю вас за убийство Джеймса Тулмана. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Итак, куда тебя подвезти? Домой. Я объявил перемирие. Мы с женой сегодня ужинаем вместе, мы попытаемся все уладить. Неужели? Хорошо. Если хочешь моего совета, наберись терпения. Слушай ее. И будь готов к компромиссу. Точно. Это ваш совет? Да. Терпение и компромисс. Да, и будь покладистым. Tomorrow night, the parents of Stephen Lawrence need justice for their son. That's new drama. Stephen at 9. Get your soap fix over on BritBox now. Hundreds of specially selected episodes, Coronation Street, Crossroads, EastEnders, Emmerdale, and more. Next, it's Clarkson on TV.